Агробізнес в ефірі першого ділового. Крадіжки в аграрному секторі. Така тема програми. Проблема насправді глобальна. Крадіжки відбуваються на всіх рівнях сільськогосподарської діяльності. Починаючи від технічно-матеріальних ресурсів до розкрадань зерна з вантажів на залізниці. Тощо. Зокрема, сьогодні в студії гість Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації. Разом з ним спробуємо розібратися в цій проблемі і знайти шляхи її вирішення. Але спочатку пропоную подивитись статистику про те, що найбільше та в якій кількості крадуть на агропідприємствах. І наприкінці програми традиційно останні аграрні новини. Крадіжки – проблема, з якою постійно борються аграрії на селі. Втрати сільгоспідприємств за офіційною світовою статистикою сягають від 5 до 15%, а в Україні – до 50%. В основному подібні злочини відбуваються в період підготовчих робіт перед посівною та безпосередньо під час польових робіт. Загалом шахрайство на агропідприємствах багаторівневе. Махінації з крадіжками паливно-мастильних матеріалів, при внесенні мінеральних добрив та засобів захисту рослин, при зборі врожаю, коли зібраний врожай завантажують в сторонню техніку. Не на останньому місці – навмисне перекручення фінансової звітності, коли гроші зливаються на пов'язану компанію та при цьому в звітності відображають, що це операція з купівлі чогось потрібного для компанії. Або відкати, коли роками зацікавлена особа ні в якому разі не хоче змінювати постачальника якоїсь аграрної продукції, тому що переслідує свої шкурні інтереси. Проблема глобальна, тому боротьба з нею вимагає комплексного підходу. Починаючи від роз'яснювальних робіт, системи мотивації працівників, закінчуючи впровадженням на підприємствах сучасних IT-технологій, які дозволяють контролювати весь ланцюжок виробничих процесів на агропідприємствах. Отже, ми продовжуємо тему крадіжок зерна з гостем студії Миколою Горбачовим. Пане Миколо, вітаю вас в нашій програмі. Зокрема, хочеться, по-перше, дізнатися від вас, як від фахівця, да, от саме головного, скажімо, головної людини асоціації української зернової. Скажіть, наскільки це дійсно глобальна і велика проблема? Знаєте, Українська зернова асоціація – це об'єднання производителів, експортерів зерна і переробників. Ми експортуємо около 90% всього експорту зерна з України. Поэтому мы можем дать экспертизу по любому вопросу. Как то производство зерна, как транспортировка его или приемка. Вот по мнению специалистов Украинской зерновой ассоциации, проблема, которая сложилась с воровством на железной дороге, так, она своими корнями лежит именно в железной дороге. По нашему мнению, это практически сговор работников железной дороги с некими организованными преступными группировками. Поэтому это и происходит. Но это глобальная проблема. Ну, это очень большая проблема. Дело в том, что воруют в основном дорогостоящие грузы. Если... А что, до речи, что самое, какое самое зерно вот крадут? Ну, чем дороже зерно, тем больше вероятность, что его украдут. Так, например, рапс, который стоит в 3 раза дороже, чем пшеница, с очень высокой степенью вероятности будет вытрушен из вагона. Или соя, или подсолнечник. Это такие дорогостоящие продукты, которые есть очень большой риск потерять. И могу сказать вам точно, что и железная дорога, и экспортеры даже знают название станций, на которых будут воровать эту продукцию. Но вместе с тем так это и длится. А чому знают и чому ця проблема не вирішується? Вы знаете, 2 года назад Украинская залізниця, она сократила такое подразделение, как транспортная милиция. И с тех пор практически никто не несет ответственности за воровство грузов. Но вместе с тем, если посмотреть, буквально 10 железнодорожных станций, на которые заходят вагоны на отстой, но воруют исключительно дорогостоящее зерно. Из-за этого можно сделать логический вывод о том, что работники Укрзалезницы сообщают этим ворам, в каких вагонах находится дорогостоящее зерно. И с этим бороться, если есть внутренний инсайт информации, с этим должна бороться исключительно Укрзалезница. Никаким образом грузоотправители не могут это проконтролировать. Мы со своей стороны, как Украинская зерновая ассоциация, мы предлагаем
несколько вариантов решения таких вопросов. Первый, конечно, это механический. Это не усовершенствовать способы пломбировки вагонов, потому что тот способ, который на сегодняшний момент существует, он не репрезентативный, он неэффективный, потому что цепляется запорно-пломбировочное устройство на маховик, а зерно высыпается из люка. Поэтому цеплять нужно это устройство исключительно на люк. Это как один из вариантов механических. Второй – это совместное сопровождение экспедиторов и вневедомственной охраны этих вагонов на станции. Третье – ну, коли уже известны эти 10 станций, но, вероятно, их нужно каким-то образом оградить. Забезпечити охороною? Оградить, так? Конечно. Включить освещение и видеозапись. Але ж це ж, ну, по суті, не важко, да? І відеозапис, і якось забезпечити охорону. Чому тоді це не відбувається? Дело в том, что Укрзалізниця при сохраненных запорно-пломбировочных устройствах не несет ответственности за воровство на железной дороге. Соответственно, они ничего и не предпринимают. Мы со своей стороны уже подошли и к более цивилизованному способу. Вот если, например, взять и застраховать все грузы, которые передвигаются по Укрзалізниці. Объем перевозок Укрзалізниці очень большой. Так только зерна они перевозят там более 30 миллионов тонн ежегодно. А зерно – это менее 20% в структуре перевозки Укрзалізниці. Если взять, предположить, что воровство существует по многим грузам, то страховая премия, которую бы платила Укрзалізниця, она бы была бы очень маленькой, зато бы она полностью на 100% покрывала любые убытки. Мы предложили это сделать Укрзалізниці. Я надеюсь, что они над этим работают. А вот в каких масштабах? Скільки саме, от, наприклад, кожного року, там, 2017-го, скільки 2018-го, якщо зараз там вже були перевезення, скільки було вкрадено зерна? Вы знаете, у нас достаточно много отправителей такой продукции и получателей такой продукции. И систематизированно их практически невозможно посчитать. А в связи с тем, что у нас Укрзалізниця является монополистом не только на инфраструктурную составляющую и локомотивную составляющую, а и монополистам на информацию, мы, соответственно, не можем добиться тех цифр, которые бы объективно сказали нам, вот было украдено на 1 000 000 гривен или на 2 миллиона гривен. Но знаем точно, что на масло-жиркомбинаты поступают вагоны с недогрузом, вернее, с обворовыванием полвагона, обворовыванием третьей части вагона. И это достаточно стабильно. Это не просто отсыпали там 200-300 килограмм. Если человек в состоянии вытрусить из вагона 30 тонн, и это все вынести в мешках и на брезенте. Вот представьте себе масштаб организации преступной деятельности. Сколько людей там вовлечены. Это не просто по карманам семечек рассыпали и убежали. Нет, это нужно вызывать грузовики. Нужно вести погрузочные работы. И, до речи, вот, если докладнейше, мне цікаво, как это все взагалі відбувається? Щось там десь сверлять, відкривают люки, вот, ну что, зривають пломби, потім, ви кажете, там пломби, там перестановлюють їх. Як це взагалі виходить? Що це? Дело в том, что устройство вагона-зерновоза сделано таким образом, где нижняя часть вагона открывается, это люки так называемые, открывается она посредством шнековой передачи, где отдельно стоит маховик. И вот маховик отдельно стоит, и на него цепляется запорно-пломбировочное устройство. А люк можно взять и либо ломом, либо донкратом немножко отжать, и зерно, оно сыпучий груз, оно начинает высыпаться. Поэтому на предварительно простеленный брезент или распахнутый мешок можно запросто высыпать и до полувагона зерно. А кто от всех этих втрат, прежде всего, потерпает? Вот кто несет наибольшие втраты от этой проблемы? Вы знаете, больше всего, конечно, грузоотправитель страдает от этой проблемы. Но понимая, что в результате транспортировки такого дорогого сырья, как рапс, соя, подсолнечник, придется понести такие расходы, то каждый из переработчиков сразу в цену закупки закладывает определенный процент потерь. Поэтому в результате получается, что сельхозпроизводитель недополучит справедливую стоимость только из-за того, что вот эти все расходы будут переложены на плечи сельхозпроизводителей. Поэтому точно можно сказать, что за все вот такие неприятности на финише заплатит сельхозпроизводитель. Пане Микола, і хочеться останнє питання, скажімо, почути від вас, от,
коли ця проблема може бути дійсно от більш-менш вирішеною? Коли от, да, ваші поради всі ці, ваші шляхи вирішення от почують та ж сама «Укрзалізниця», от ваші прогнози щодо цього? Ви знаєте, от це новий... взагалі можливо? Звісно ж, все можливо. Це ж, ви знаєте, люди ракети в космос запускають, а некоторі навіть заставляють ці ракети повертатися. А ми до сих пор говоримо о вагонах. Новий менеджмент «Укрзалізниці», він достатньо контактний. Більш контактного менеджменту ще не було за всю історію, поки ми працюємо на цьому зерновому рынке. Но проблема в том, что они не в состоянии наладить работу таким образом, чтобы все проходило без саботажа и все происходило именно по внутренним процедурам и правилам. Очень многие процедуры и правила требуют изменений. Реструктуризация такого огромного предприятия, в котором работает 270 тысяч человек. Это самое крупное предприятие в Украине. Реструктуризация его занимает определенные усилия, и обязательно это растянется по времени. Поэтому я надеюсь, конечно, что это решится там, ну, в ближайший год. Для нас было бы удобно, если бы мы пошли сразу двумя путями. С одной стороны, «Укрзалізниця», менеджмент «Укрзалізниця» обеспечил физическую сохранность грузов, но вместе с тем, перестраховавшись, взяли еще и страховые компании и внедрили такой простой рыночный механизм компенсации потерь. Зрозуміло. Будемо сподіватися, що все вдасться. Дуже дякую вам за цю розмову, за те, що роз'яснили і дали відповіді на всі питання. Дякую. Спасибо.